Эхо пожара на Посмитного. Спустя почти месяц после смертельного пожара в одном из хостелов были установлены личности погибших. Согласно результатам экспертизы, о которых сообщили наши коллеги 12 февраля, огонь забрал жизни 20-летнего уроженца Днепропетровской области и 16-летней одесситки. Напомню, инцидент произошел 17 января. Помимо двух погибших, в результате пожара пострадали 7 человек. По версии следователей, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем или неисправность проводки, что подтвердили постояльцы, рассказав о ремонтных работах и постоянных перебоях с электричеством. Тогда жильцов хостела переселили в соседний отель, а его владельцу сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности. Городской глава Геннадий Труханов поручил проверить договоры аренды сгоревшего хостела и на одном из аппаратных совещаний предположил о возможном расположении притона в сгоревшем здании. Ответ мэра Одессы раскритиковал нардеп Артем Дмитрук, отметив бездействие местной власти и отказ в оказании помощи пострадавшим. На следующий же день в 12 часов дня всех людей, которые были эвакуированы, их выселили из той гостиницы, в которую их расселил городская власть. Люди связались со мной, мы с моей командой, всем, кто нуждался в жилье и так далее, всем предоставили жилье на определенное время, сколько это будет необходимо людям, всем предоставили вещи и средства для существования. Я до сих пор общаюсь с ребятами, которых эвакуировали, с семьей погибших ребят. Это абсолютно нормальные люди, нормальные, порядочные, которые просто жили там, как в обычных квартирах снимают люди, так и здесь в гостинице жили, ничего больше.